Здравствуйте, дорогие друзья. Сейчас косила газон. Ванюська идет тоже посмотреть, что мама делает. Но нечаянно сломала вот соцветие гортензии Pinky Promise. И удержу в руках и не могу налюбоваться. Решила вот вам показать вот эту красотку. Если вы еще не знакомы с ней, так, может быть, в тень лучше перейти. Вот, наверное, вот в тени, наверное, получше, а то как-то на солнце все. То есть вот со стороны, как она была немножко наклонена, солнце не попадало. Здесь она, видите, какая вот насыщенно такая зеленая. Такой интересный цвет у гортензий. В этом году они в основном все ушли в зелень из-за холодной весны, затяжной с дождями. Вот, и потом сразу жара, и окрашиваться начали только сейчас, то есть где-то на месяц произошло, сдвинулся и сдвинулись и появление цветка, и окрас. Посмотрите, какое чудо. Так, немножко на солнышко. Так, такой полутень. Нет. Так хочется вам показать, какая красотка. Гортензия Pinky Promise. Вот, если она невысокая, да, то есть где-то до 1,5 метра, 1,60 м. И вот она такая, она белая. Она сначала становится, но в этом году вот она позеленела, и потом она начинает розоветь. И в конечном итоге сентябрь, вот конец сентября, у нее такой насыщенный малиновый цвет. Цветок крупный. Да, вот характерно, не знаю, характерно, на первый год у меня, и первый год она зацвела, она вообще у меня еще в горшке сидит. Я вот собираюсь ее пересадить. У них пипочки, видите, вот выделяются, да, вот как у самарской лидии. Вот это самарская лидия, и у самарской сейчас наведется резкость. Видите, как пипочки такие розовенькие. Здесь, может быть, не так ярко выражены, но что-то есть подобное мне, или мне показалось. Но в любом случае гортензия очень красивая. Рекомендую вам. Если попадется возможность, случай, желание появится, не пожалеете. Гортензия Pinky Promise. До свидания, до новых встреч.